Так как вы видите, тема у нас сегодня «Приход Машиаха», как это будет, и постараемся как можно глубоко и как можно широко раскрыть эту тему. Начнем с того, что расскажу один рассказ из Талмуда, да, который приводится от имени Раби Йошуа бен Леви. Вот. Однажды он был очень великий праведник, вот, и он поднялся к пророку Илияу, да, то есть в молитве он был очень-очень высокий духовный человек, и он поднялся в молитве пророку Илияу и спросил его, когда придет Машиах. Да, почему именно пророк Илияу? Потому что известно, что перед приходом Машиаха должен прийти пророк Илияу, вот, и оповестить всех, что придет Машиах. Вот. И он спросил у пророка Илияу, что, мол, когда придет Машиах, придет избавитель всему еврейскому народу, и тот ответил, что сегодня придет Машиах. Отлично, прошел день, и Машиах, к сожалению, не пришел. Тогда он снова поднялся к пророку Илияу и говорит, странные вещи ты говоришь. Ты говоришь, что Машиах сегодня должен прийти, а он еще сегодня не пришел. И объясняет пророк Илияу, что имеется в виду, что сегодня, если еврейский народ сделает раскаяние, если еврейский народ на самом деле сегодня раскается, то сегодня придет Машиах. Оттуда учат Талмуде такую важную вещь, что приход Машиаха зависит от раскаяния и приверженности еврейского народа к соблюдению Торы и заповеди. Вот. И вообще, как бы у прихода Машиаха, грубо говоря, есть две даты. Первая дата, если еврейский народ сделает раскаяние, да, и тогда Машиах придет сразу, в любой момент. А вторая дата, если, не дай Бог, мы не сделаем нужного раскаяния, да, то тогда Машиах придет в определенную дату, которую знает только Всевышний. И говорят наши мудрецы, что все, кто будут пытаться вычислить эту дату, они неизбежно ошибутся. Что эту дату на самом деле знает, эта тайна раскрыта только самому Богу, да, и если еврейский народ, не дай Бог, не сделает нужного раскаяния, то тогда Машиах придет только в эту определенную дату, которую постановил сам Всевышний. Однако есть еще один очень интересный рассказ. Рассказ уже про более поздние времена, а не период Бальшемтова. Да, известно, что он был тоже очень великий праведник. Вот. И один раз в молитве он тоже поднялся очень высоко, поднялся к престолу самого Всевышнего, да, к самому Всевышнему, и находился в Машиах, да, в Машиах это очень высокая ступень. Тогда он спросил, что когда ты придешь, когда придет избавитель всему еврейскому народу. И он ответил ему, «Ишефуцу майна теха хуца», да, то есть, если переводить это на русский язык, то есть, когда распространятся твои источники наружу. Известно, что Бальшемтов, он был основоположником хасидизма, то есть, он открылся течение хасидизм, да, то есть от служения Всевышнему в радости, изучение пнимиуса Торы, да, изучение внутренней части Торы внес. Тогда это было как бы под строгим тайной, под строгим запретом до Бальшемтова. Вот. Однако Бальшемтов как бы раскрыл это, да, ну понятно, что это не было, война Бальшемтова еще не было доступно каждому человеку с улицы, да, но постепенно это начало уже входить в мир, то есть внутренняя часть Торы началась раскрываться в этом мире все больше и больше, началось это с Бальшемтова. Тоже он внес в служение Всевышнего, что очень важный момент, что нужно быть всегда радостным, и что нужно во всем видеть божественное проявление. Вот. И он и Машиах ему сказал, что когда твое учение, да, то есть когда источники хасидизма, да, то есть раскрытие внутренней части Торы, оно распространится по всему миру, что имеется в виду, что весь мир будет заниматься изучением внутренней части Торы, будет изучать о Боге, будет разговаривать о Боге, будет думать о Боге, да, то есть когда знание Всевышнего распространится по всему миру, тогда придет будущее избавление. И Ребе Раят, шестой Любавичский Ребе, предпоследний на Любавичский Ребе, говорит, спрашивает такой вопрос, что зачем Бальшемтов спрашивает второй раз, поднимается к Машиаху и спрашивает его вопрос, когда он придет. Да, ведь Бальшемтов, понятно, учил Гемору, учил Талмуд, и знает этот ответ, который учил
Раби Йошуа бен Леви, от пророка Ильяу, что Машех придет тогда, когда еврейский народ делает шуву. Зачем он раскаяние, да, зачем он спрашивает его еще раз тот же самый вопрос? И отвечает Ребе Раят, что понятно, что Бальшетов знал, знал это место в Талмуде, но он Бальшетов был уверен, что еврейский народ уже сделали то раскаяние, о котором говорил пророк Ильяу. А если они сделали еще то, если они сделали то раскаяние, которое Тора говорил пророк Ильяу, то почему Машех еще до сих пор не пришел? И тогда я ему сказал, и это то, что ему ответил Машех, что я приду, когда источники распространятся наружу. То есть, другими словами, что то раскаяние, про которое говорил пророк Ильяу, Раби Йошуа бен Леви, оно сделано еще. И как оно может быть сделано? Как его возможно осуществить, только когда распространятся твои источники наружу? Да? То есть, когда знание о божественности, знание Торы, именно внутренней части Торы, где изучают как бы о самом Боге, а не только об непосредственно как исполнять заповеди, да, хасидут. То есть, когда хасидут распространится по всему миру, только тогда можно будет в полной мере сказать, что это раскаяние сделано, и мир действительно готов и способен принять это раскрытие, приход Машиаха. Вот. Поэтому эти две вещи, они непосредственно связаны между собой. Теперь мы немножко перенесемся в нашу недельную главу. Наша недельная глава называется Лехлиха, да, то есть это начинается с того, что Всевышний обращается к Аврааму, к первому еврею, когда ему было 75 лет, и говорит: уходи из земли твоей, да, и родни твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я ухожу, которую я тебе укажу. Да, и Авраам собирает все свои вещи, да, и отправляется, да, куда глаза глядят. Да, ну не совсем куда глаза глядят, туда, куда он направляет Всевышний. Он на самом деле не знал до конца, куда он должен идти. Всевышний только сказал, что ты должен направиться в землю, которую я к тебе укажу. И объясняет наши мудрецы, да, объясняется в Каббале, да, в священных святых книгах Каббалы, что с этого момента начался таинственный и, скажем, основное служение Всевышнему началось именно с этого момента. Да, что поднятие искр святости, то есть служение Богу на самом деле началось именно с этого момента, когда Авраам отправляется в то место, куда ему указывает Всевышний. Поэтому с этого места в полной степени начинается служение Всевышнему. И что имеется в виду служение Всевышнему? Это поднятие искры святости. И с того времени понятно, что прошло уже много времени. Авраама произошел целый народ, который сначала спустился в Египет, да, и главная причина, почему мы были в Египте, это тоже было поднятие святости. И более того, говорят наши мудрецы, что когда вышли из Египта, большинство искр святости, которые были в принципе в мире, да, мы уже подняли, когда вышли из Египта. И потом было дарование Торы, вот, потом еврейский народ зашли в землю Израиля, потом было два храма, и до сегодняшнего дня, да, мы еще все еще находимся в этом процессе, но сейчас мы уже находимся на, даже неправильно сказать, на финишной прямой, да, но уже на самых последних метрах, да, или даже можно сказать уже сантиметров этой финишной прямой к полному окончательному освобождению. И в принципе объясняется, да, в святых книгах, в книге Тани и в принципе в других книгах, да, в книге Каббале, что приход Машиаха в целом, он зависит, да, и, ну, можно сказать, полностью зависит от процесса поднятия искр святости. Вот, когда бы все, это еще написано в Тане, да, что когда все искры святости из этого мира будут подняты, то в этот момент должен прийти Машиах, да, что поднятие искр святости, это и есть как бы исправление мира, то есть когда мир будет полностью исправлен, и хотя уже будет достаточным сосудом для воспринятия бесконечного божественного света, тогда и придет Машиах, да, то есть закончатся все последние приготовления, и будет второй этап будущего избавления, это раскрытие сути самого Бога в этом мире. Но у нас служение сейчас в этом мире, да, до прихода Машиаха, это и есть поднятие вот этих вот искр святости. Что такое вообще искра святости?
На самом деле мы об этом на наших уроках много говорили, поэтому сейчас я повторюсь, но не буду заострять на этом особо сильно внимание, объяснять это особо глубоко. Кто святости, да, это, если дать этому термин, то самый правильный термин будет это потенциал использования для божественной цели, то есть для исполнения заповеди или еще какого-то святого предназначения. То есть, например, возьмем, ну, скажем, какую-то еду, да, то есть, например, апельсин. В этом апельсине есть резкость святости. Почему? Потому что это кошерный апельсин, да, если мы его съедим, у нас появится сила. Да, то есть, если мы съедим, у нас появится сила. Эти силы мы используем для того, чтобы изучать Тору или делать хорошие добрые дела, то этим самым это и называется, что мы подняли искры святости. То есть в этом апельсине, грубо говоря, был потенциал, жизненная энергия, да, которую мы получили от того, что съели этот апельсин. Вот эта вот жизненная энергия, это и есть потенциальная искра святости. Если мы эту жизненную энергию, получив от съедания апельсина, используем для святых вещей, это значит, что мы подняли искры святости. Да, то есть вот эту энергию, которая была в апельсине, мы ее использовали для соблюдения Торы и заповедей. Так можно сказать, что это любая вещь в этом мире. Да, то есть, например, с компьютер, которым я с вами изучаю Тору, да, ваш компьютер. То есть, вот, недовольный компьютер можно использовать потенциал для того, чтобы использовать это тоже для святых вещей. Что компьютер мы сейчас изучаем Тору. И тем самым поднимаем, как бы, компьютера, вот этот вот потенциал быть использованных в святых вещах, мы поднимаем из искры святости. Это и есть искры святости. То есть, это и есть, называется, поднятие искры святости. То есть, поэтому еврейский народ, это одна из причин, почему еврейский народ разбросан по всему миру, да, и даже в Америке, и в Австралии, да, потому что во всех этих местах есть материальные вещи, есть материальный мир, который потенциально может быть использован для божественности. Да? И поэтому еврейский народ, каждому еврею принадлежит определенный участок этого мира, который он должен исправить. Что значит, он должен исправить? Он должен этот участок мира направить в служение Богу. И когда он направляет этот участок мира в служение Богу, он подчиняет, как бы, то есть себе, да, подчиняет его святости, и тогда реализует этот потенциал. И эта святость как бы принадлежит ему, он поднимает эти искры святости. И чтобы поднять как бы искры святости всего мира, поэтому одна из причин, да, почему еврейский народ разбросан по всему миру, потому что во всем мире, в каждом уголке этого света, любая материальная вещь или даже потенциально духовная вещь, как музыка, да, можно использовать для святого служения. И таким образом мы, это и называется, поднимаем искры святости, то есть используем все эти вещи для святого служения. Вот. И когда мы поднимем все эти искры святости, это и будет как бы завершение исправления. То есть мир приобретет свое законченное состояние. Да? То есть он будет полноценен и подходящим сосудом для того, чтобы раскрыть это бесконечное раскрытие, которое будет после прихода Машиаха. Вот. На самом деле еще предыдущий Любавичский Ребе говорил, что на самом деле все искры святости уже подняты из этого мира, да, и осталось только начистить пуговицы. Да, то есть мы настолько находимся уже, еще даже во времена предыдущей Любавичской Ребе, да, что почти 100 лет назад было, не 100, может быть, 80 лет назад, да, что он уже говорил, что мир уже, в принципе, готов к будущему окончательному раскрытию, осталось только, скажем, последнее приготовление. То есть, в общем, все искры святости, да, то есть весь материальный мир, сколько он должен был быть использован для святого служения, в общем, он уже был использован, да. И осталось как бы последнее приготовление, осталось только начистить пуговицы, чтобы встретить Машиаха. А наш последний Любавичский Ребе, да, даже говорил еще больше, тоже, что уже и пуговицы начищены, да, то есть и то, что если Машиах до сих пор не пришел, да, говорил наш Ребе, да, то есть чуть больше, чем 20 лет назад, что то, что Машиах еще не пришел, это вообще странная ситуация, и вообще сложно понять, что весь как бы исправление уже сделано, и даже раскаяние, это чува, да, которая одна из основных причин, почему должен прийти Машиах, вот, которая задерживает, если мы это не делаем, то говорил наш Ребе, да, последний, седьмой Любавичский Ребе, что даже уже это чува и раскаяние уже сделаны. И на самом деле, почему еще Машиах не пришел, это большой-большой вопрос, вот, и должен вот-вот скоро прийти.
Но объясняют наши мудрецы, что перед приходом Машиах это будет самое высокое раскрытие, то этому предшествует самая-самая сильная тьма. Да, то есть подобно тому, как перед рассветом, да, утром, перед тем, как наступить утро, есть максимальная ночь, то есть когда ночь самая темная, это именно перед началом рассвета. Вот. И женщина находится в беременности, да, и перед рождением, а наш мир до прихода Машиаха тоже называется как беременный, да, а приход Машиаха это как уже рождение, то самые как бы сильные, самые сложные, самые тяжелые времена, это именно когда перед самим рождением, да, то есть перед самим рождением, когда женщина рожает, ей максимально-максимально тяжело. Но именно пройдя как бы вот это последнее, самое тяжелое испытание, достигаем самого высокого, самого лучшего. Это рождение ребенка. То есть рождение нашего мира, мира полного, полноценного после исправления. Это, да, то есть, поэтому то, что мы видим сейчас, да, на первый взгляд, что мы отдаляемся только от Машиаха, да, на первый взгляд. То есть мир не то чтобы не исправляется, не то что становится более святой, но более того, да, то есть мудрецы Тора становятся все меньше, понимание Тора все слабее и слабее, как бы тьма усиливается максимально, да, то есть люди, которые, не дай бог, отходят от Тора, есть люди, которые не имеют никакого представления о Торе, грязь этого мира, да, то есть те вещи, которые запрещены Торой, становятся все более и более доступными и легкими, да, что провоцирует, как бы, людей, к сожалению, отдаляться от святости, да, и, в общем, служить Всевышнему становится наоборот, да, кажется, вроде еще тяжелее и тяжелее, да, то есть грязь, да, и все, что отдаляет нас от святости, становится все более и более легкодоступным, да, что тоже повышает, как бы, возможность человека, не дай бог, согрешить. Вот, и доступность этого мира, то есть, и доступность всех запрещенных удовольствий и распущенность, да, которая бьется с каждого плаката, да, с каждой стены. Да, то есть, кажется, мы наоборот отдаляемся от Всевышнего. На самом деле нужно знать, что максимальная тьма, она именно перед рассветом. От Всевышнего, на самом деле, это потому, что вот-вот будет самое-самое высокое раскрытие. Более того, что чем больше нам кажется, что тьма Галута усилится, тем больше это знак, что вот-вот наступит избавление, полное и окончательное. Дальше написано, что в будущем Всевышний сотрет все зло с лица земли, вот, и весь мир будет не заниматься ничем, кроме как только познание святости, да, то есть всех людей уничтожится злое начало, не будет хотеться больше зла, и все будут будет как бы раскрытие божественное, да, и поэтому все захотят только единственное, чтобы прилепиться к Богу. Пишет Рамбам, что недостаточно ждать Машиаха, да, недостаточно просто верить в то, что Машиах придет, но нужно его именно ждать. И это один из 13 постулатов веры, да, то есть основ веры. Есть такое понятие, Рамбам вывел 13 основ веры. И один из них это верить в приход Машиаха, и тоже один из них это ждать прихода Машиаха. То объясняет Рамбам, что тот, кто верит в один из 13 этих постулатов, то у него вообще есть проблема, вообще, собственно говоря, он как будто бы отрицает всю Тору. Вот. Поэтому это очень важный момент. Что не только именно верить в приход Машиаха это недостаточно, нужно его ждать. Да? То есть, чем отличается просто верить от ждать? Да. Ну, на самом деле, может быть, это не так сложно понять эту разницу, но все-таки я приведу пример. Да, с одной стороны, если человек просто верит, что придет Машиах, он просто знает, что это будет, да, но он об этом не думает, он ждет, он не предвкушает. Да, то есть это не значит, что он его ждет. Человек, когда что-то ждет, человек, который, например, стоит на остановке, ждет автобуса, который, согласно расписанию, должен вот-вот приехать. Да, если человек на самом деле ждет автобус, он каждые 2 минуты смотрит на часы, он спрашивает их людей, почему автобус еще не пришел. Да.
И это называется на самом деле, что человек чего-то ждет. То же самое и ждать Машиаха, недостаточно просто верить, да, в общем, знать, что это произойдет. Нужно делать определенные вещи, которые приближают под Машиаха, то есть это помогать другим евреям соблюдать Тору и заповеди, те, которые еще про это не осведомлены или пока не хотят по какой-то той или иной причине. Вот. Это изучать внутреннюю часть Торы, что это тоже как очень важная вещь, это подготовка к будущему раскрытию. И просто привкушать, да, то есть страстно желать, очень искренне молиться о том, чтобы избавление уже наконец-то настало. Вот. Все это входит в понятие, что нужно не только верить, но нужно именно ждать прихода Машиаха. И тоже объясняет Рамбам, что каждый человек должен представлять себе весь мир я вижу ваш вопрос, я к нему в конце урока, даст Бог, вернусь. Просто я сейчас хочу закончить мысль. Говорит Рамбам, да, что весь мир нужно представлять себе как находящийся на весах, да, на одной чаше весов заслуги, да, то есть заслуги всех евреев всего времени, да, все заповеди, да, все добрые дела, все изучение Тора. А на другой, не дай Бог, грехи, да, то есть все вещи, которые, наоборот, отдаляют приход Машиаха. И весы находятся в состоянии равновесия. Да, и известно, что весы работают таким образом, что даже перевес в одну миллиардную грамму превышает другую. Да, то есть даже если перевес, он очень-очень незначительный. И также каждый должен представлять себе весь мир, он находится на весах, что сейчас находится в полном равновесии, что заслуг ровно столько же, сколько обвинений. И тогда получается, что если еврей делает одну даже самую простую, самую маленькую заповедь, один самый простой еврей, он может перевалить, да, чашу заслуг, и весь мир тогда удостоится избавления. Да, то есть если каждый человек будет постоянно помнить, находится на весах, потому что одним добрым делом мы можем перевесить чашу весов в сторону заслуг, вот, то мы по-другому будем смотреть на все вещи. Вот, теперь хотел с вами поговорить о том, что приближает приход Машиаха, да, то есть как мы должны думать не только как это будет, да, когда это будет, но что мы должны делать со своей стороны, да, чтобы приблизить приход Машиаха. И приближает ли приход Машиаха, объясняют наши мудрецы, это изучение внутренней части Торы, да, как мы говорили в начале нашего урока, что когда Большентов поднялся к Машиаху, когда распространяются источники наружу, то есть все-таки источники Большентова. Это хасидизм, да, хасидут, изучение внутренней части Торы. Да, почему именно изучение внутренней части Торы? Потому что именно в изучении внутренней части Торы мы изучаем именно о Боге. Да, изучаем то, как Всевышний управляет всеми мирами. Изучаем о том, что нет ничего, кроме Бога. Мы изучаем о том, какой смысл заповеди. Мы изучаем о том, что происходит, когда мы делаем заповедь. Да, и в будущем, когда придет Машиах, что будут все люди заниматься. Все люди будут заниматься постижением божественности, заниматься постижением самого Бога. Вот, все увидят, все написано в святых книгах, что все удовольствия, да, и все блага этого мира будут как прах земной разбросаны по всему миру, но никто не захочет прийти и взять. Да? Почему? Потому что это будет не будет никому интересно. Что весь мир захочет только одного. Это будет раскрыто как очевидная истина. Очевидная истина будет раскрыта, что нету никакого в мире, на самом деле, никакого удовольствия, никакой другой вещи, но на самом деле имеющей ценность, на самом деле хорошей и правильно для человека, кроме как изучать и познавать божественность. И это будет раскрыто и очевидно всему миру. Но перед тем, как это наступит, нужно сделать правильную подготовку. Да, то есть нужно подготовиться к тому, что будет. Поэтому изучение внутренней части Тора, в которой именно говорится о том, говорится о Боге, да, о том, как Он управляет миры, о том, как нет ничего кроме Него, и тем самым мы предвкушаем то, что ожидает нас в будущем. И поэтому именно
изучение внутренней части Торы является наилучшей, наиважнейшей, да, подготовкой к приходу Машиаха. Потому что это именно изучение внутренней части Торы, это именно предвкушение того, что будет, от того, что нас ждет, это является подготовкой. Говорят наши мудрецы, да, написано в Талмуде, что Машиах придет, ну, придет как нищий, да, придет как бедный, вот, и будет восседать на осле. На белом осле даже говорится. Вот. И на самом деле понимать буквально это высказывание наших мудрецов, наверное, не стоит, да, потому что на осле приедет, это, может быть, действительно так и в буквальном смысле, но, однако, объясняет Хасидут, что... Что значит, что на осле? Осел на иврите однокоренное со словом материя, хомер. Да, и Машиах будет восседать на осле. Что значит, что он будет восседать? Что он будет как бы подчинить всю материальность и всю грубость этого мира. Да, написано, что Машиах в первый как бы, период, он подчинит все народы мира, и у еврейского народа будет полная свобода, и все, чем будет заниматься весь... еврейский народ – это изучение Торы, да, то есть Машиах починит весь мир, это будет первым шагом, да, который да, добьется Машиах, да, что еврейский народ больше не будет гонений и не будет никаких других проблем, мы можем, будем в спокойности изучать Тору, у нас не будет материальных забот, да, это будет как первый этап. И поэтому говорит, что он будет восседать на осле, то есть он подчинит всю материальность и всю грубость этого мира святости. Да, и никто не будет, даже в первый период, да, никто не будет гнаться просто за удовольствиями, за пустыми вещами, но все будут только жаждать, познать, изучать Тору, да. Говорят тоже наши мудрецы, что в будущем, да, когда Машиах, да, и не будет больше войн, и он настроит третий храм, вот, и мы будем снова соблюдать все 613 заповедей, а потом будет, даже, как я говорил, да, уже будет еще более высокое раскрытие сути самой божественности в материальном мире. Вот, и тогда не только что мы перестанем соблюдать трауры и посты, да, то есть 9 Ава, 10 Тевета, 17 Тамуза, да, и другие посты. Не только что они перестанут существовать, и мы перестанем их соблюдать, но более того, они перевернутся в праздники. Да, то есть 9 Ава мы будем петь и веселиться, и это будет как Йом-Тов. Да? И более того, это будет даже такой веселый, радостный Йом-Тов, веселый, радостный праздник, которого не будет такого веселого праздника, как 9 Ава. То есть 9 Ава будет максимально весельем и максимальной радостью. Вот, ну, собственно говоря, сейчас можем, у вас был вопрос, давайте прочитаем ваш вопрос. Да, будет на самом деле много хорошего, только... Я не очень пойму, что значит, что все души будут открыты и читаемы. Это не очень понятно, что вы имеете в виду. Да, правильно, нужно соблюдать субботу. Это действительно приближает приход Машиаха. Даже будет мудрецы говорят, что если весь еврейский народ соблюдет согласно закону, то есть правильно, да, то есть не просто будет соблюдать, как он тебе представляет, это будет отдыхать, но именно соблюдет согласно Аллахе, согласно еврейскому закону, две субботы, то это ведет Машиаха. Да, поэтому соблюдение субботы, это на самом деле тоже является очень важной, одной из очень важных заповедей для приближения прихода Машиаха. Также говорят наши мудрецы, что да, будет обрезание, да, то есть пока есть, не дай бог, еврея, который еще необрезанный, это тоже очень сильно, как бы сказать, останавливает, да, приход Машиаха, задерживает приход Машиаха. Да, то есть очень важная вещь, это если евреи, все евреи делают обрезание. Потому что обрезание и суббота – это заповедь,
который как союз между еврейским народом и Всевышним. Поэтому это очень важные заповеди, которые максимально должны привести приход Машиаха.